Хотите верьте, хотите нет, но единственное место с доступными ценами – это улица Вокзальная. Начало этой улицы. Низкая аренда и в большинстве своем никакие в смысле комфорта условия позволяют держать самые низкие цены. Кстати, дети, доложите родителям, что с комфортом и в торговых центрах все очень не очень. В туалет им предложите там сходить. Бесплатный. Это такое же шоу, как и в банках, и в городской администрации, и в ЗАГСах, если что. Так что не за комфортом едем, а за игрушками. В Орион. Мы тут недавно пообщались, буквально полчаса назад, в кофейне, где человек заплатил 700 рублей за две чашки кофе. То ли у нас город такой немножко шибзданутый, я вам предлагаю не 700, а 1000 рублей потратить в Орионе. Потому что единственное, на ком не стоит экономить никогда, так это дети. Что мы сегодня возьмем на 1000 рублей? Зайдем, посмотрим. Смотреть мы будем недолго, а сразу покупать. Да потому как новый товар со смешной ценой. Это же нехорошо. Кроить. Вот можно кроить на банках, то есть не брать кредиты, кроить на машинах, не покупать машины. Смысла нету, потому что электрические тут скоро появятся машинки. И, ну, некоторое время можно поиздираться, а вот на денег нельзя экономить. Тем более, когда ребенок захотел боевой конструктор, который умеет стрелять дисками. Еще и он на инфракрасном управлении. Вот такие штучки здесь есть. А меня особо порадовало следующее. Я буквально вчера заходил в Джазмол. Вот. И увидел там хороший магазин игрушек. А потом вспомнил, а где же RC подразделение? Вот оно. Новые модели. Шикарные радиоуправляемые. И тоже цена такая очень веселая. Практически никакая. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Лучше это делать, зная реальную цену. Но и в конкретном случае можно не лазить по eBay, Amazon или AliExpress. Все по той же цене есть в Орионе. Что касается автомобилей, то их завезли более чем предостаточно. Я правильно сделал, что сегодня приехал. Потому что огромное количество радиоуправляемых. Но есть и инерционные. Вот такая штука у меня дома. Сын ее долбит уже год. Вы знаете, бампер сломал далеко не сын, а кто должен смотреть за сыном. Вот. То есть игрушки в Орионе настолько прочные, что при должном внимании они могут служить не только одному ребенку. Я, честно говоря, думаю, что и на два, и на три поколения детей хватит. Это раньше игрушек не было в Советском Союзе, а сейчас они появились. Конечно, есть конкуренты и здесь, и побольше, но как-то с мозгами там все не так. Особенно у конкурентов с двумя ценниками. Смотришь, вроде потянет. Приглядишься к рознице, тянуть перестает. Заточка Ориона на то, что тянет сюда всегда. Честно, я скажу, что сильно-сильно попаду. В ближайшее время придется купить квадроцикл. А мы недавно снимали сюжет про экстрим-клуб. Так вот, мы с сыном прокатились на мотоцикле, на квадроцикле. И когда я ему сказал, что сын, поехали домой, там была истерика. Просто типа, папа, мне же нужен квадроцикл. Я говорю, стоп, ребенок, я тебе в Орионе купил вот такой квадроцикл за 5600 рублей. Вам честно скажу, что вот что-то подобное в других местах стоит в два, а может быть в три раза дороже. При этом это белорусская... О, машинка-то, видите? И гоняет она, и выдерживает вес до 50 килограмм, если что. Вы, наверное, тоже, как и я, вот, уже с будущими родителями ходите, да? Да. Ну, естественно, сейчас детей воспитывать немножко других денег стоит, да? Ну, конечно. А вы не замечали, что в больших сетевиках вот то же самое, но в три раза дороже? Конечно, очень дороже. Здесь всегда дешевые игрушки. Можно выбрать очень много выбора очень. Па-па-па. Ух ты! Тебе такое, что ли, надо? Ух ты, вот это да, вот это прелесть. Прелесть зайти сюда в Орион и потратить, ну, какую-то 1000 рублей, мы сегодня назвали сюжет. 1000 рублей в Орионе. Ништяк. Ага, вот такая винтовка, да? Ну хорошо, хорошо, что еще нравится? Ты бери, не стесняйся, 1000 рублей. Хватит на все. Я боюсь, даже не смогу унести, если сильно пожелают. О, еще баба. Кошмар, Леха, сколько баба там всяких у тебя. Так что приходите, это недорого. На детях нужно экономить? Нет, конечно. Я себе поставил задачу каждый месяц приходить сюда в Орион и тратить, ну, там, 2-3 тысячи рублей. Обременительно? Для меня, да, я сейчас дома сижу.
Но тем не менее пришли, что-то взяли. Ну конечно, детям всегда надо брать. А Орион чем прельщает? Как вот цены здесь, как ассортимент? Цены, цены. И ассортимент большой, да. Вот единственный недостаток Ориона, то, что он не работает в воскресенье. Вообще какая-то странная ситуация. Вот этот рынок, наверное, не рынок, это пространство, в котором каждый день народу очень много, в воскресенье не работает. Поэтому суббота, естественно, или каждый будний день до 5 часов. Приезжаем сюда. Это для тех, кто желает деньги сэкономить, а их тут хватает. Вот. И для тех, кто желает деньги вместе с Орионом заработать. Это оптовики. Как-то это в мультике было. Лучше полдня потерять, зато за час долететь. С Орионом мы почти год и протоптали для вас дорожку к детскому счастью. Детям ведь не объяснишь, что нужно купить тачку круче, чем у соседа, залезть в кредитную кабалу и грызть лапшу сосисками и шкурки. Детям счастье нужно быстро и сейчас. Хотя, если заведя ребенка, вы это не поняли, то сюжеты эти смотреть-то и не обязательно. Да потому что даже самый дорогой перец города может делать киношки для детей практически бесплатно. И думаю, это действо правильное. Несложно догадаться, что выбор свой мы остановили на радиоуправляемых моделях. Потому что несложно догадаться, что такие же радиоуправляемые модели в других местах стоят в 3 раза дороже. Смысл? Проще приехать сюда, на улицу Вокзальную, повернуть направо и заехать в Орион. Для того, чтобы вот такое маленькое чадо себе ни в чем не отказывало. Мы-то уже пожили, а вот им-то еще надо пожить.